что представляет собой фонд, в котором мы сейчас находимся? Мы его открыли после начала войны в Украине с расчетом на молодых людей, подростков, которые вынуждены были покинуть там свои дома, привычный уклад жизни, школы, друзей и оказаться, ну, в том числе здесь, в Варшаве, где было наибольшее количество беженцев. Поскольку мои старшие дети тоже были в подростковом возрасте, да и есть, соответственно, мы решили попробовать сделать такую площадку, где будет царить такая атмосфера дружбы, принятия, где молодые люди могут встречаться вне зависимости от происхождения, да, где россияне и украинцы могут общаться, каждый на том языке, который ему комфортен, а также получать дополнительные знания, которых также война часть детей лишила. Да, то есть это и изучение иностранных языков, различные мастер-классы, художественные уроки, гитара и многое-многое другое. Могу с уверенностью сказать, что этот замысел у нас получился, и это действительно стала площадка, которая объединила многих молодых людей, вне зависимости от страны, это и Беларусь, и Украина, и Россия, и Узбекистан, и Польша. Более того, некоторые, например, поляки даже выучили русский язык, причем добровольно, как оказалось, не обязательно его насаждать оружием. В качестве подтверждения своих слов хочу вас познакомить с Паулиной, или коротко Полей, девушкой, которая родилась, выросла в Варшаве, в Польше, является полькой, и которая за время нашего знакомства, взаимодействия и ее участия в нашем фонде так красиво заговорила по-русски. Поля, ну скажи нам что-нибудь для подтверждения моих слов, что хочешь по-русски. Так, ну, что я могу сказать? Я просто хотела сотрудничать как бы с людьми, помогать людям. Ну, да, просто общаться с русскоязычными людьми. Так, ну и поэтому я выучила этот язык. Легко ли, кстати, тебе дался русский язык? Сколько у тебя заняло времени вот для того, чтобы так свободно и легко понимать его? Чтобы заговорить, я думаю, так больше года, наверное. Но давалось мне это легко, потому что в окружении у меня было очень много русскоязычных людей. То есть как бы это очень повлияло на быстроту моего обучения тоже русского языка. На самом деле отлично, Поля, отлично говорит по-русски, и я, да, поражена. Скажи, пожалуйста, есть ли в Польше отмена русского языка? Можно ли в Польше говорить по-русски? Хотя смешно это говорить, если мы сидим сейчас в столице. Есть действительно убеждение, что русский язык отменяют, и на нем говорить нельзя. В Европе. Нет, я бы не сказала, что его отменяют. Как бы есть здесь свобода, никто не запрещает говорить по-русски. И есть тоже много людей, которые его изучают. У меня есть учительница, которая там говорит, что у нее тоже в Польше есть ученики, которые изучают русский язык. То есть это тоже популярно, можно сказать, сейчас. Вот так вот. А скажи, пожалуйста, фонд. Что бы ты сказала, что для тебя самое важное оказалось вот за этот год существования фонда, да, даже больше получается, что ты для себя такого вот вынесла? Наверное, такую открытость тоже в общении с людьми. И тоже культуру немножко я узнала. Украинцев, да, россиян. А как ты думаешь, что хорошего, скажем так, сделал фонд? Действительно ли есть ли какие-то положительные результаты для вот ребят, людей, которые сюда приходят, вот, по их наблюдениям? Да, я думаю, что они получили как бы такое пространство, да, такое место, в котором они могут общаться, да, с другими подростками без никаких барьер. То есть тоже могут в это время изучать, получать новые знания. Да,
я думаю, что это очень, очень крутая идея была. Если здесь, наблюдала ли ты за там, какими-то стычками, недопониманиями между украинцами, белорусами, русскими, или все-таки действительно здесь вот этих эмоциональных вопросов не возникало? Я думаю, что не возникало, потому что ну, подростки, как бы, они еще немножко больше похожи на дети, и у них нет таких проблем вообще, я думаю, что если как бы создать такое место, в котором можно свободно выражать свои мысли и как бы нет никаких ограничений, я думаю, что не возникает никаких проблем между украинцами и россиянами и поляками. Проблемы у взрослых в голове, да. Если вы хотите узнать подробнее о деятельности фонда или присоединиться, так как есть часть мероприятий проходит онлайн, то переходите по ссылке в описании. Там же вы можете и поддержать наше начинание, в том числе финансово и конфиденциально. Покой то брак войны и зрозуміння себе навзаєм. Мир – це спілкування без кордонів, але повага до кордонів один одного. Мир – это принятие культурных различий друг друга. Peace is our future. We do create it.